А потом прочитаем, открытку отдадим. Нас вот просто снимает скрытая камера почти. Да, и это для истории я просто взял с собой, ну, чтобы на память осталось. Поэтому говорите, так сказать, фиксируйте пожелания, что там желаем того-то, того-то. Чтобы а мы сейчас вот сейчас тост поднимем, мы скажем. Ну, вот, чтобы не стеснялись. Микрофона нету, поэтому громко. Не, ничего не стесняемся. Так, поглубже. Миша, потом я не врачу. Этого, да, и говна побольше. Ты что такое? У тебя есть там музыка на компьютер? Включила хорошую музыку. Здесь так будет хорошая. Созванивать. Ну, может, попозже чуть-чуть. Фоном что-то включить, вот чисто, чтобы фоном. Потому что, чтобы нас слышно было, чтобы записывал это не телевизор, а наши разговоры. Выключи. Да, да. Канал музыкальный. Да, да, да. Чтобы нас это слышно это было. Фон будет, а у меня тоже жена. Пока дошли, жена сидит за компьютером, все, монтирует, монтирует. Так слушай, ты фотографии монтирует. Обязательно надо включить телевизор. Как мне сейчас включить телевизор, если ты вот работаешь? Мы я говорю, и тут могу, и тут женщина такая, 15 дел могут одновременно делать. А я вот не могу, все, я еще работаю, я работаю, я могу одновременно и телевизор смотреть и работать. Не, ну я так тоже могу. А я не могу. Мне надо что-то такое. Мы мужики, видишь, вот мы смотрим, сразу корень, мы по центру смотрим. У нас периферийное зрение не развито. Вот. Я сколько раз замечал, женщины такие, ой, а что же это? Ну, видно, что ты еще что-то замечаешь. А мы можем снова. У меня таранчик, потому что я с работой связан. А, ну у тебя как-то сидит, да. А у меня нет. Вот там и сидит. Я наоборот. Уже дети, почему, знаешь, разве тут женщина? Ей надо, тут же ребенок конячий, тут же суп варить. Тут же там еще что-то делать. Что-то будет, вот и ребенок. Не, наоборот, я тут залезла, да? Что на столик не старшинство родители, как да, слово. Да, старшинство. Я же говорю, я молодец. Долгих лет жизни, да? Радуйся, что ты молодая. 19 лет, есть уже. Ну, оно все ходит так. Чего, 19 лет? Старая? Да. Господи. Я помню, мне исполнилось 20 лет, я иду такой по заводу. Это мое. И такой философствую. Третий десяток. А сейчас мне так смешно. А, вот. Третий десяток. Мне вообще так смешно. Думаю, блин, господи, где мои 19 лет? Ну, блин. Эти, а я понятия не могу. Уже пятый смешно, десяток, да? Да. Вот, вообще, я говорю, это вроде вот, говорю, сколько помню, вот Олегу особо, 36, а тут уже 44. А чего 5? У меня Тимоша говорит, у нас Тимоша все говорит, папа такой старый. Он вроде как уже соображает, и он говорит, папа такой старый, он понимает. А самое это что страшное, мне вот когда было лет 20, мне казались уже 28 лет, мне уже казались уже такие, ну не старые, а как бы такие возрасты. А 44 это уже все, почти дед. А сейчас мне вот 44, мне без 5 лет 45 уже, мне уже в феврале вот 45 будет. Ну Олегу в следующем году тоже 45. Да, вот в феврале мне 45. Я уже паспорт уже последний пойду. Вот и он так. Вот, да. А он говорит, я вообще не пойду, пускай говорит, старый будет, молодой останется. Но, а сам-то в душе-то я не чувствую вот этого возраста. Вот, наоборот, когда молодой, ты чувствуешь, что ты вроде, а все, блин, я уже старею. Ладно, давай хоть это, что-нибудь это. Ну давайте, родители. Селёдочка. Давайте, скажите, что-нибудь. Я не зубов позвоню. Ну помычи хоть. Да ладно, что-нибудь скажите так. Я говорила, все, что вам говорила, давай. Ну давайте, ну папа, давайте. Ну давайте, за молодых, чтоб... Жилось им хорошо и уютно в их гнездышке. И шампанское, наверное. И чтобы все в порядке было по жизни. Совет и любовь. Совет и любовь, и чтобы попали туда, куда хотели. Да. Да. Ну, да, да. Чат побольше. А то возьмешь еще одну чат. Как говорят, что все было и ничего за это нам не было. Да. Долго. Ну, все, а у меня своего, это мой пока был. По возможности хотя бы. По возможности хотя бы. А у тебя вон рядом с Настей. Главное, что вон и сколько возьмите уже. Куда так ходили? Вот эти возьми, вон их там много. Да ладно. Надо возьми. А ты что, ты еще вино будешь? Горько. Горько. А вот это, на свадьбе есть, вот у нас, как говорят, как кричим, так и целуются. Давай. То есть надо войти в, как сказать, в кураж в хорошем смысле слова. Ну, но это вот горько. Сначала, потом уже дальше, да. Конечно. Да. Я и говорю, что вначале-то все трезвые, все так робко, так горько. Нет, все просто еще не до этого, все начинают вот это... Пока перезнакомливаются, ну вот такое все, а потом, да, уже начинают, потом уже только один, горько, да только что, горько.
И уже без конца, без конца, без конца. Все сначала рот набивают. А ты возьми даже вон, вот, когда вот, вот поминки, да, а люди друг друга не знают. Да, так я и говорю сначала, знакомятся. Такая тишина, там все. А потом галдеж такой, да, да, да. Я игру сначала перезнакомлю. Это пляска. А. Ну как это? Это с грибами. Ты не... Хоронили душу, хоронили два баяна. Это шампиньоны, да? Не, я... Ты что, шампиньоны? Я их вообще не переваю. Там все. Я со дня своего свадьбы их не ела. Это прям вообще трава для меня. Я лет 9 назад снимал свадьбу. У меня один раз был иностранец. Он был испанец. А девчонка русская, она с ним познакомилась на этом, на как она, Тенерифе, остров-то, вот этот. Отдыхать ездил, да? Да-да-да, отдыхать ездил, познакомился с испанцем. Я захожу, смотрю, значит, он что-то не лопочет по-русски, то что-то это. Он все одно, что я вот ее даже помню по имени, Лена ее звали. Как-то эта свадьба мне так, ну, иностранцев не каждый день снимаешь. Да, конечно. Вот. И он знал только Лена, спасибо, там вот, ну, на таком уровне. Лена, спасибо. А родственники тоже были? Ну, с его стороны-то никого не было, а вот такая свадьба была по-домашнему. Вот. И, в общем, сидим мы в ресторане, нам тоже, как бы сказали, садитесь за стол. То есть там человек был как 15, наверное, было, ну, родственники, близкий круг. И вот, и наши-то сидят, и тишина такая. И даже ведущего не было. И нашим-то хочется горько говорить. Наши-то в крови это. А у них, оказывается, в Испании горько не кричат. У них не кричат. И мы спрашиваем, ну типа, ну что делать, как-то вот надо адаптировать ситуацию-то под наше русское это, русло. И решили, она хорошо знала английский, она хорошо испанский знала. Девчонка такой полиглот, можно сказать, почти. И вот. И мы договорились кричать за место горько «Амарго». Я говорил, ну это что-то типа аналог вот ихнего, нашего Горького. Ну и вот мы время от времени там кричим «Амарго», там они встают, целуются. Он, значит, сначала венцо потягивал все там, ну на испанский манер, красное венцо. А потом, смотри, что-то прошло уже часа два-то, они уже с батей, значит, невесты сидят. На водку хлеб. Да, уже знаешь, ну как это, типа, ты меня уже, уже все понимаешь. А как-то вот это язык, уже, мне уже, кажется. Уже водку он пьет, все. То есть, а батя-то ведь понятно, он же дочку-то отдает, как говорится, практически в чужие руки, ему же надо знать, ну, да, ему же надо пощупать, что за чувак-то, кто он вообще там, с каким миром пришел, с миром, да, ему-то надо разговориться, и вот они там что-то сидят, как-то там объясняются, что-то там на пальцах, там, ну, и водка, и все нормально, он потом выходит, весь такой счастливый, ну это в июне была свадьба, мы выходим на Ленина в Екатеринбурге, на проспект, и пешком пошли в сторону этого, Высоцкий тогда еще не было, вот этой большого Высоцкого, был маленький Высоцкий. Который 25 этажей. И идем, он такой весь счастливый, там он в костюме, она в платье. Ну, редко так, что в основном же на машинах, ему по Ленина, по центральной улице идем в сторону вот этого Высоцкого. Все машины сигналят, он такой счастливый. Все, ну, Россия, там, что, не знаю, живут они, не живут. Ну, общем, ну погуляли нормально. Да, погуляли, да, хорошо. Ну, я говорю, что, мне кажется, вот это не вот, это вот язык всех лежит сразу же, доходят он на мне. Вон, где удачно попал. Он все, что вот так вот показывает, мне говорит, типа это. Типа оператор говорит. Оператор говорит, ну показывает, как камера. Камера говорит, во. Ну, мы так это, ну, необычно так было. А, да, раньше же как ходили, с такого помню камеры. Ты ходили на плите, там прям полтонны. Это какая-то там, да и к вам. Какая снимает. Вон человек пламет. Мэйченко-то. Этот Актимель, но на Байкал, я хочу на море, говорит, это Байкал. В Екатеринбурге они же там были даже. Да, в Екатеринбурге они на эти, на пальцы приехали. О, Господи, в себе есть море. Нам на ровном фронте. Я хочу, говорит, нормальное море, говорит. Нет, подожди, сказали, деревня. А что? Вот стало. Вот эти тут, сюда. А какая была деревня, что? Не. Не, она не была деревня. Она раньше была намного городом. А тут, говорю, Слепухин-то вот сайт-то свой открыл. И там вот, ну, люди вопросы ему задают, а он отвечает. Я говорю, господи, ну там такой дурдом. Одна пишет. Спасибо вам там, ды-ды-ды, вы такой руководитель, все. После 90-х вы единственный, кто. Я говорю, ну здрасте, давайте-ка, блин, не будем перечислять группу у нас. Никитина первый срок вообще идеально сидела.
Я и считаю, что руководитель должен один срок отсидеть, не два, не три, а один, потому что второй, третий, они уже, ну, как бы, приедают, им надоедает уже, они эти все уже... Закостенели. Да-да-да. И вот она, когда первый срок сидела, да вообще, она все для кучи, она всех там прям вот тыкала всяко-всяко. А сейчас такого не он. Ну вот вы понимаете, вот мы на подрядчика действуем, но вот он безответственный. Нет, ну как это безответственно? Извините, есть суд, да, есть там еще что-то как-то. Можно же на них влиять? Сдал садик год назад. Ну не видит он этого. А там есть. Блин, мама, суд есть, подали. Махом все проблемы увидел, прибежал, потому что у него гарантия 5 лет, то бишь он должен свою гарантию соблюдать, а он не видит этого. Только через суд он это все видит. Ну, это вот Я считаю, что должен один срок сидеть. Что президент, что мэр, что без разницы, кто от депутата, это вообще один срок и все. Ну, скажем так, вот в президентстве это может быть не так сказывается, потому что все-таки такой страной управлять, как наша. Нет, ну вот возьми, вот тут далеко тоже я говорю, ходить не надо. Вот там Путин. Вот я не могу там, да, в уголки заглянуть, ну там, ну как, извините. Вот я говорю, тут пример один Сталин, 15 республик, в каждую дырку залазил, извините меня, он это все видел и слышал. Нет, дело не в этом, ну не может он, да, я понимаю, что он не может, но он может такое создать. Детей потеряли. Дети-то один в садике, другой в школе. По большому счету, отвечать президент не должен за все, он должен создать такую систему, что, допустим, ему там сказали, вот в Мордовии там-то, там-то. Да ему даже не должны говорить, уже есть, должны существовать такие органы, которые они... Ну, я знаю, просто. Он уже там, как говорится, заявители поехали, все нельзя контролировать. Нет, заявители поехали, да, неожиданно. Все, вас тут мы его посадили, закрыли, все. Или там, или те, как они там, например, милиция. Да, она все равно, к этой теме все равно придет. Приехали, забрали, закрыли. Андрей, внук-то, ну вот Ларисин там, средний-то. Он, получается, там ухаживает, там покупает ему какие-то продукты. Он, да, вчера Сережка у него день рождения. У него же минимальная пенсия там 7,5 или там что-то. 8400. Ну, что-то, 8900 даже сейчас. Да-да-да, вот мамка ему там выходила, выкружила, грубо говоря, потому что фактически у него штат-то ничем не, это, не подтверждается. У него этот еще. Да, еще более-менее. Старше выработали, нам такая же. Вон я это видел. Да, так вот он доделал, что обидно, что ты вроде работаешь. И у тебя пенсия, допустим, 11 тысяч. Вот, да. И не работаешь, и у тебя 8 тысяч. Да. Нет, не то, не, даже не в том еще обидно, это в том, что я говорю, кто-то работает, говорю, стаж этот вырабатывает, и получает эти 11, 12, ну, бежать, 13, 15, ну, бежать у всех по-разному. А кто не работает всю жизнь, сам себя, извините меня, там, ну, где-то там, это, извините меня, там, как говорится, шакалит, ползает и все остальное, он потом приходит, все опять, дайте мне пенсию, я же старый, я же заработал, я поражаюсь, а почему я тебе должен, ты же сам себя содержал 65 лет? Нет, я имею в виду, кто сам, вот пошли, ну вот у нас все как цыганы, он сам себя содержил, я говорю Олегу, ты вот о себе думаешь, он говорит, а как, я говорю, не о себе думаю, я пенсию себе зарабатываю, а я о детях думаю, по его одной логике получается, что он сейчас, у него дети растут, его дети содержать потом должны, ну Олег говорит, это неправильно, нет, сосед у нас, цыгане, вот в Китае вообще, пенсию получают только чиновники, у них вообще пенсию никто не получает. А в Индии такая же фигня, никто не получает. Ой, там тоже, там тоже получают только чиновники и там, ну, милиция, ну вот это все, вот скорая, вот такие вот социальные, да, а остальные никто пенсию не получает. Из-за этого у них так и есть. Ребенок остается, он уже все, он фактически уже, он тебя будет содержать. Ну, они как бы, скажем так, заинтересованы в расширении семьи, потому что они понимают, что если они никого не родят, то кто им, грубо говоря, чашку вот это подаст? Но опять же, им не дают больше родить в Китае. В Китае сейчас уже разрешили. Ну нет, так им все равно там два, уже более-то им уже как бы, нет, два еще, да, разрешили им как бы. А в Индии так там вообще там они извиняют, бодятся и живут в гормонке к этим вот. Они вряд ли как раньше, как еще можно я половинки, я даже меньше наливаю. Это просто только большая.
А я вот даже за раз подарили, я даже за раз не выпил. Не разрешают. Более. Я даже эти 10% ты... Ну ладно, ты вино пила, ты его разрешил. У меня аллергия на него. Это, ну так тебе бы разрешили. Разрешили, пока вы разрешили. Я тебе скажу, у меня даже на бухту не набывает аллергия, так что... 250. Ну ладно, поздравляю. Я вот в институте это лежал, мужик лежит. А, ну ладно. Поздравляю вас наконец-то со свадьбой, как я этого долго ждала. Сколько лет вы этого ждали? Сколько? 7 лет. У нас в ноябре 7 лет уже. Саша, из-за тебя за что поела? Почему из-за меня? Ну, здрасте, так-то мужик решает, почему ты за... Нет, Танька тебя должна была, он как бы сделать быстро. Нет, я имею в виду, говорю, на Аркадьева, ну как быстро. Мужчина не особо торопится вступить в брак. Это финансовая ситуация в нашей стране, у нас все тормозит. Но все равно поздравляю вас, желаю вам счастья, здоровья крепкого, тем более в Мурманске. Любви, у них в любви еще любви надо, больше 100%. Любви, чтобы у вас все получилось насчет вашей работы, чтобы вам позвонили, да, все такое. Чтобы у вас была. Там жизнь была очень-очень красивая, как у богатых. Кстати, гости, не забывайте ехать, если уедете. Мы приедем к вам за голубикой. Семейное благополучие. Да, мы все ягодные и рыбные. А я к вам буду в гости, потом в отпуск ездить. Там грибов нет? Я сам говорю, не жив. А я служил в Североморске. Там как с грибами? Поздравляю вас. Там с грибами вот так вот. Там грибы, там знаешь, там вот именно такие благородные в основном грибы собирают. Там вот выходишь в сопку, и там вот такие вот, не берешь синяки, там берешь такие подосиновики, вот такие уже благородные грибы. Ну, Нижегородская область, только белая моя. Няшки. Так это подосиновки так брали. Да. Мне кажется, у нас сейчас и так же тоже ничего не берут. Да, так да. Вышел, попинал грибы там. Ну там да. Еще океан недалеко. Там сейчас крабы, кстати, там, расплодились. Там как бы да, там вот это теплое, за счет теплого течения там климат более такой, кажется, много теплый, всей. По температуре теплый, но там ветра. Очень сильные ветра, я тебе объяснял, я служил там 2 года. И влажность большая. Влажность большая. И влажность большая. То есть, и Питер, как говорится, только похолоднее. Тоже похолоднее намного. Сейчас ну, бывает, что просто помочь чем-то. Ну, просто меняется, видишь, структура Гольфстрима меняется. Это как бы не на плюс. То есть, а вот я, да нет. Дай хлебушка. Ну, если так в природу не вдаваться, то есть Гольфстрим обеспечивает климат на всей Земле. А за счет того, что... А он сейчас меняет. Да, он становится холоднее, разбавляет еда. Это мы все тоже знаем. Три, две, два, три. Таньки даже. У Танюшки есть. Не Таньки, а Татьяне. А это что? Я уже из Таньки выросла. Там же это... Ну ладно, поля... нет, там короткая, назад. Да, говорят, поля. Татьяна, Мария, это произносится полностью. Да что ты, блин. Давай, за ножку. Танчик. Особенно Мария. Танчик. Ну это как это, Саша, Таня, да, еще раз, говорит, да, Сашка, какашка, еще, говорит, раз услышал, говорит, Танчик. Ты будешь, говорит, Сашка, какашка, так еще смешно. Ну там что это? Полярная ночь, там короткая же. Ну как понять полярную? Ну никак, никак на Норильске же там. Там та же самая. Нет, Норильск-то, во-первых, сейчас тебе скажу. Мурманск находится примерно ближе к 69. 69 с чем-то, 68 там с чем-то. А Норильск, это самый северный город в мире, выше 69-й параллели, с населением больше 100 тысяч. То есть чуть-чуть у них там разница буквально. С полградуса. Может, а нет, это да, может быть в 1 градус там разница. Ну мне вот Лямин сказал, что как бы там. Много не открывай, тут я открываю. Полярная. Не, но я говорю, они отопление добавили. И его не было вчера, как бы, а сегодня. Ну не знаю, пришла, я вот мне в армии так не казалось. Душно, народно дышали уже. Че меня продуют, у меня и так там на работе сдувает. Она, видимо, не такая. Она более как в Пите делает типа ночи. Как бы такое. Ну я тебе скажу. Сейчас тебе скажу. Где-то начиналось все, наверное, в апреле, примерно так, не, меня Ванадия полярный был. День в апреле, да. И заканчивалось где-то вот середина, может быть, октября, там, я не помню, 20 лет еще прошло. Мы засыпались, занавешивали эти, сделали шторки темные. Помнишь вот эту даму? Какую? Вот рядом сидит. Вот эту или вот эту? Вот эту. Вот эту? Да. А, ну так, смутно, если честно. Ксения Александровна. Уже учится
Так я говорю, я последний раз тогда приезжал. Вот на юбилей Галин 45 лет. Это 7-8 лет назад. 7 лет назад. Только с Сашей познакомились. Вот, я говорю, 7 лет, я сейчас иду с Сашкой, говорю, когда я последний раз у вас? О, мне 12 было. Ну, давай, повод поздравлять следующий. Это сыр? Сыр. Не, свинцовая цена. Четыре лапочка, дочка. Нет, у тебя даже веточка подтверждает. Попугай. Как они есть? Елка. Ты про что? Куда льешь? Кому льешь? Вон там у меня есть. Кошечка. Это моя. Вот именно вот это стихотворение. Не как стихотворение. Давай я вам заберу. Поздравление. Она не должна быть склад. Должно быть. Нет. В смысле? Стихотворение, что ли? Нет, это не стихотворение, а пожелание. Она говорит, не склад, я говорю, потому что это пожелание. Она говорит, я привыкла, чтобы складно было. Я говорю, ну есть же у нас даже у поэтов не складные стихи. Ну, белый стих — это отдельная поэма. Маяковский. Нет, у него-то как-то наоборот рифма у него. Да где у него-то? Чё, я достаю широкий что-нибудь паспорт? Я гражданин! Это все рифма! Я читал бы. Не-не-не, там у него рифма. Я вообще было учу. У него, скорее всего, плакатная. Революционная у него, да. Ну, так он и был революционером. Он в этой революции был. Тихо. Александра и Татьяна, поздравляем вас! Свадьбы день особенный всегда, в нем так много светлых чувств прекрасных. Радости вам долгие года, якого безоблачного счастья. Будьте замечательной семьей, крепкой, дружной, любящей и нежной. Пусть чудесным станет день любой, воплощая все ваши надежды. Не спать не надо. Спасибо. Отец, поцелуй дочь. Дотянется? Так ты обойди! Надо было все-таки помыкать галстук и закусить. Да. Спасибо, Ксюша. Обязательно. Спасибо, Юра, Сашка. Сильно похоже. Да, да. Особенно, я говорю, у вас вот семейная, видимо, вот эта вот, как сказать, легкая такая картавость. Она, легкая? От... Нет, нет, почему? Не она придает такой шарм, очень такой хороший. Это вот только у Ксюши картавость. Ну, в смысле, а у нас вот это? Почему? Нет, я имею в виду... Вот у нас, что Тима, что Лера. Нет, это не Валерва. Да, не, ну я имею в виду семейное, то, что это у нас где-то, нет этого. Это мне просто, ни одна девушка говорила, что вот когда мужчина вот с такой, как бы, с такой легкая, особенностью, да, с такой особенностью, у меня, говорит, ноги подкашиваются, все. Ни одна, причем девушка. Ну, нет, есть. Я не знаю, как со стороны мужчин, я как бы так не замечал, не ловил себя на этой мысли. Но... Ну, Ленин-то картавил. Да. Не, ну вот, ну тот-то сильно картавил вообще, у него вообще не было буквы «Р». Как будто она у меня есть. Но он... Нет, у него-то вообще, он ее как бы проглатывал. Не, ну вот как вот так вот, не, да, Ленин картавил, да? Он я много, вообще много полиглот был, много языков, а есть же такие языки, что там вообще там без буквы «Р», там вообще... Вот французский там одна буква «Р», вот это именно, вот когда она в школе была, у нас как-то был французский, потом как-то вот его убрали, ну вот что-то даже у нас в известности писали. Вот ей вот прям этот по-французски, вот ее с этого, вообще, английский не ее, потому что как бы, ну вот это, а вот французский бы прям вот хуа-хуа, вот именно вот это вот картавость, это вот прям вообще бы было. Во Франции, но она там даже не замечается, это картавость, потому что раз у них такой язык, особенность вот это вот. А когда я поступила, мы увидели в аттестате, что у меня французский язык. Бедные дети. Я говорю, так мне, я еще немецкий, короче, изучала, еще английский, блин, трех школ. Ну, так я и говорю, что у нас вот так оно и было раньше. Ну, на медицинском, говорит, это наоборот плюс. А сейчас вот со второго класса вот у нас Тимуша уже этот английский звук. Они еще русский толком не выучили. А у них уже... Так у нас тоже со второго. Не, ну, с другой стороны... Восприятие языков, оно где-то вот с 3-4 лет, наоборот надо. Ему проще обучиться трехлетнему ребенку. Трехлетнему, а им-то, я говорю, во втором классе, им тяжело. Они, то бишь, они еще русский, только вот. У нас в школе преподают плохо английский. Ты неправильно думаешь, у детей восприятие языков, чем раньше, тем лучше. Потому что вот смотри, у нас Аксенов работает, да? У него младший. Я не помню, в каком он классе. Они уже третий язык начали изучать. Нет, оно восприятие, да, но когда тебя загружают сразу же все подряд, когда у тебя в один год начинается сразу же, извините меня, информатика, английский, сразу же, информатика, английский, и природовед, и вот окружающий мир, и где сразу же, извини меня, космос, планеты, извини меня. Нет, ну... Ребенок в пространстве в полном. Нет, мне кажется...
Просто надо начать надо с самого главного начала. Мне кажется, знаете, вот мне кажется, надо именно на что-то одно акцентировать, а не все сразу. Во-первых, у нас система образования, если честно, дурацкая. Вообще. Вот я к тому дурацкая, что надо в моем понимании детям преподавать то, что нужно. Надо детям преподавать то, что им пригодится в жизни. Вот, я и говорю. Мне ни разу не пригодились ни косинусы, ни синусы. О, тангенсы, косангенсы. Никогда. Никогда. То есть, может быть, за редким исключением кому-то. То есть, надо учиться жизненной математике. Да, русский математик, понятно, русский литература, география. Да, да, история в рамках, ну, как бы, именно страны. Да. Все Европы там и государства, именно своей страны. Ну, а, допустим, такие величины, как, я не знаю, там, как вот их обозвать, я не знаю, но типа ОБЖ, но с применением имеют к жизненному. То есть, допустим, как, я не знаю, да даже элементарно, как можешь в лесу, если ты потерялся? Вот, элементарно. Как, допустим, чтобы тебя не в банке приоткрытие счета или там еще что-то. Вот такое финансовое грамотность. Они дают то, чтобы ты не знал этого. Да, наоборот. Вот такое, да, жизненное. Вот, я про это и говорю, ты про это объясняешь. Чтобы человек, например, чтобы человек закончил школу. Чтобы, да, юридического. Чтобы человек закончил школу, вышел, и он понимает, что была этика семейного права. Его сложно кинуть. А вот эта математика, вот это вот это. Выше, да, я говорю, читать, писать не умею. Вот даже возьми, он там пример тебе поведу. Засчитал пенсию, как бы. Дедушка у нас говорит, пенсию читал, рот поставил. Иди пошел. Собираются там и устраивают. Ну что, вот у нас получится. Ну приезжают, вот говорит, с Екатеринбурга, молодые вот на это. Офисные работники, да? Они хотят повоевать тоже. Ну ладно. Ну повоевали, повоевали. Ну конечно, там это как хотят, можем. Что имеешь в виду за страйкболтом? Ну это смейтесь с шайками, да. Ни хрена. Я тебе говорю. Вот, вот он говорит, сидел, он заплатил, ходил. Александр Сухов заплатил, получается, он уже знает. И он ошибается? Он пенопластный, на ней начинает жарить. Да, и больше, и меньше. Он говорит, ты что это делаешь? Даже в больничке, когда он был, он знает. Да, огонь же. Но у них же три есть. А сидит в телефоне, считает. Я говорю, что считает? Так это же, да, у тебя вон смотри, вся почернела. А так она и должна коптиться. А так это химия, ну вот. Я не знаю, Нет, все, идите нафиг, я знаю, все. Ну ладно. Он ее попробовал, выкинул, ну понял, ладно, да. Потом, другой так же сосиску одевает. Понял, в целлофане, да? На костюме. Ты что, говорит, делаешь? В целлофане, ну вот, уезжаю, сосиску. Тебе сделать это самое, это, как грибов. Кого? Соленые тоже. Не слышу. Соленые. Я давно не пиваю, да? Соленые грибы? Да вы не переживайте, тут же все есть. А есть пока что-то? Нет. Спасибо, конечно. Спасибо большое. Тут вообще, я, если честно, сейчас не такой не особый едок. Я так мало очень. Бычки да мясные. В смысле, фаршированное мясо? Курицу засыпала. Бычки бычками фаршированные. Я всегда как бы был такой, не из категории гурманов. Я вот что есть, то и ем всегда. То есть я как бы не это... Ну и все. Кто-то грибы любит. Не, я все ем вообще, абсолютно все. Но я не делаю из еды культа. Вот то, что есть, то я и как бы ем всегда. Ну и все, он сует его в целлофане. Если еще натуральная оболочка, можно еще натуральная. Нет, у меня целлофане. Нельзя же. Ну я же дома, блин, микроволновку вложу, у меня все нормально. Они вот это не понимают, они выйдут, что микроволновку положил там. Нет, твердый был. Там или как вот был, я тоже пример читал в интернете. Так я так же могу и на этом. Мама тоже где-то в фаце или где? Как слон, да? Все, сиди, я решила сделать этот наш зимний салат, да? Крикнули меня, блин, раз встала, блин. Купила яйца там, ну, сварила их, все там, и на стол положила, вас кого-то, ну, а этот ее... Я вчера еще на работе... Ты что делаешь? Он говорит, поверяют, что яйца, это, сварились, сварились. Как их можно так поверить, чтобы они не посварились? Ты же их не раскрыла, да? Да, как так... Квинья захотела, зашла, курила, кофе попила, конфетки попила. Он же пошел, позвал там соседей, там всяких всех друзей, там, короче. Вот как, вот так, вот... Под гроб попал он нахер. Вот я забыл, чем там делать. Она русская была, да? Она русская. И них это удивило, что русские, мол, так яйца проверяют. Нашу страну не победить. Они просто в этом не
знают, ты что, они, да они просто этому не учат, понимаешь? А к нас тоже не учат, тоже в наследство передается из поколения. Ну правильно же говорится, голь на выдумке хитра, то есть. И это изначально как бы... Ну, на садике кошка прям, ну как это... Он же этот еще... Все в разные стороны. Кто же говорил-то, это как его? Тимоша со школы, да, блин, лишь бы еще... Юморист еще минут 10 одевал. Да, за дорого, да. Я, говорит, Мерседесе, говорит, вот такое, поспорил, да. Говорит, с кем-то там что-то... Это град. На 1000 долларов с кем-то поспорил, что ну, тогда еще доллар, как бы это, евро не было. Слушай, в Европе. Поспорил, говорит, на 1000 долларов, что я, говорит, сделаю в Мерседесе, говорит, верхней. Да, это знаю, да. Дырку, говорит, просто возьму, говорит, отвертку, говорит, поспорил. Что, ловим, брак, не я, говорит, ну что, говорит, спорим, спорим. Я, говорит, взял отверткой, бубух. Знаешь, в эту, в крышу Мерседеса. Он, говорит, ну что, проспорил, 1000 долларов отдает. Я, говорит, пошел, говорит, 700 долларов, говорит, заказал, говорит, вырезали мне, говорит, и люк, говорит, сделал, говорит, 700 долларов. 300 долларов, говорит, в плюсе, и плюс еще люк сделал. Они тяжеленные. Так это, как пили, когда вот люди, ну вот, хотят пить, да, допустим. Я помню, один раз я в армии, был грех. Одеколон. Ну не было ничего выпить, а выпить так хотелось. Одеколон. Этот как его? Шипр. Шипр я просто беру в кружке вот этой салатской, наливаю туда шипр. Из закуски морковка. Водой его разбавил, там все зашипело так противно. Противно, конечно. Ну, не было. Да, белое. Ну не было ничего. Ну выпил, был грех. Выпил, морковкой закусил, и все нормально. Вот. А как же делают этот? Из тормозухи там, или тогда берут, короче, зимой там минус 45, берут лом, ну лом как бы, соответственно, холодный, минус 45, и берут вот тормозную жидкость тоненькой струйкой, лом ставят, под, допустим, под углом, под углом там 30 градусов, 30-40 градусов, тормозуху тоненькой струйкой льют на лом, она, значит, все фракции, которые замерзает. Тяжелые, они замерзают, у них температура замерзания меньше. А спирт это... тихонечко спирт спускается. В нашу страну ее не победить. А вот ты то, что говоришь, этот одеколон пил, ты неправильно его пил. Ну как, ну уж правильно, неправильно, что не важно. Его не надо водой управлять. А? Его не надо, вот я давать не буду. У меня соседка апельсинку пил, он чистили уши. Что я вам могу сказать? Вы, как говорится, люди уже взрослые. Вы сделали этот поступок очень-очень осознанно, в осознанном возрасте, как говорится, в добром уме, в здравой памяти. Вот. Поэтому у меня даже сомнений нет, что жить будете долго в согласии, в понимании. Любви. Самое, да, в любви, в согласии, в понимании. Со временем, конечно, любовь, она в моем понимании тоже трансформируется в доверие. В нечто другое, да. То есть, ну, как бы, да, наверное, может быть и привязанность. Ну да, доверие должно быть. Доверие, да. Это самое главное. Да. Вот. Но опять же, и не в этом даже суть. То есть самое главное в жизни, как я понял, это дать другую жизнь. Другую жизнь дать. Вот. Вы уже это сделали, в принципе. То есть у вас есть дети. Да. Поэтому вы уже, в принципе, не зря бабушки, дедушки, прожили. Вот. А чисто для вас, что хочу пожелать? Смеешься, а чисто для вас? Меня-то, наверное, будет. А, ну так я-то, у меня Олег сегодня говорит, ну куда-нибудь выйдет, отдадим замуж. Чисто для вас пожелать, что хочу? Чисто для вас пожелать хочу, прощайте друг друга, потому что сами знаете, не мне вам объяснять, наверное, что жизнь, она состоит не только из приятных моментов. То есть бывает такое, да, что вот там вспылишь, там еще что-то. Прощайте друг друга. Жалейте друг друга, потому что любите. Раньше вообще на Руси не было слова «любовь». Жалость. Было слово, да, «жалей». То есть любовь, она трансформировалась в слово «жалею». Уважайте друг друга. Да, то есть будете доверять, жалеть, прощать друг друга, и, в общем-то, все остальное вы все заработаете, и я так думаю, у вас все будет. Вот. Поэтому вот это вот я вам чисто и желаю. Спасибо. Вот. Давайте. Спасибо. Все хорошо. Давай за двоих сразу. Дотянусь. Да, не ближайшие. Надька уже все, у нее уже попа не поднимается. У нас даже нет такого, чтобы мы уже гадили. Я вот у меня была Нинка уехала, все, мы ругаться не стали. Ну и слава Богу. Про это-то и говорили всегда. Да про Нинку-то и говорили. Слава Богу, не то, что Нинка уехала, слава Богу, что ругаться перестали. Ака, я так и говорил. Тогда расходились. Сразу же сказал, вот уйдет, и все, говорю, все будет.
Из-за Нинки. Она вот разлад этот, она специально его делала, не то, что она неосознанно, она осознанно это делала. Нет, она ничего не думает. Да ну где не думает, все она думала. Это просто была Кать подростковая. Ну сейчас, то есть она не подросток. А сейчас она и не лезет, ей вообще, и у нее своя любовь. Нет, сейчас, я имею в виду, до этого-то ведь она уже не была подростком. Ну она ревновала мать, правда. Не знаю, я никогда не был эгоистом. У меня вот мама сколько, со сколькими мужчинами пыталась свою жизнь устроить? Я наоборот всегда говорил. Самое мама, главное, мама тебя, да, мама тебя любит, мама тебя не забудет. Самое, я вот про это всегда говорила, что если мама выйдет замуж за другого, то не означает, что она разлюбит ребенка. Не, мы, знаете, записываем. Я тогда и Нинке это объясняла. Я говорю, ну мамка же не должна рядом с тобой всегда быть. Я говорю, ты же, вот ты возьмешь, говорю, один прекрасный день, выйдешь замуж, говорю, и бросишь ее. Так и получилось. Нет, я говорю, и мамка, говорю, должна будет, да, тебе так же назло делать. И понравились. Ну, типа, ты же меня бросила, как это так, это, ты что это? Где обратно? Да. Я говорю, ты этого не понимаешь, говорю, что? Я говорю, пока ты берет, полезно это, вот что со мной. Это бесполезно было. Машиловы. Пока сама не поймет. Можешь посмотреть видео. Муха там, короче, она тихо-тихо вообще разговаривала. Я еще здрасте. А сама по себе тихо разговаривала. Какие Машиловы, мы Смирновы. Я только что сказала. Бывает путают, бывает путают. Нет, они даже не спросили ни фамилию, ничего. Шпарят, мы пишем в чужих документах, расписываем. Может быть, просто-напросто до вас, вот до вас. Они опоздали. Они, я и говорю, опоздали. Вот, Олег говорит, подъехали, говорит, как а раз, мы говорит. Фактически вовремя зашли. Мы-то да? почти вовремя. Нет, так вы-то вовремя, они опоздали, а у нее же документы-то эти лежат. Но... Ей же надо их выдать, она и думала, что это. Я так сразу же сказала. Это нормальная что... ситуация, я вам сейчас У меня, вспомни, Серега тоже расписывался, тоже вперед залетел. Брат, я в армии на присяге, присягу даю, все. Передо мной там какой-то чучмек. Какой-то оглы там какой-то. Он, короче, на мою фамилию залез. Мне что, мне, я смотрю, напротив моей фамилии он оглы. Я думаю, ну что, мне приходится напротив его фамилии. То есть я юридически мог, грубо говоря, дезертировать с армии, мне бы ничего за это не было, потому что я не напротив своей фамилии расписался. Я не принимал присягу. Да, да, я не принимал присягу. То есть. Ну а что делать? Ну так было. А что тебе надо-то? Так они говорят, что я тебя с фамилией такой. Вам как прикольно фамилия. Я говорю, здрасте, мы Смирновы. Я его наливала только что. А вы меня так запутали, я же перепугалась. Я себе только что налила, думаю, из этого же. У нас видео-то, говорю, есть, Юра. Нет, так я же выпила. Ну будет, что пробовала. Вот через десятки запутали. Сейчас получишь. Как у меня было тоже первый баг, да? У меня пустой штамп в паспорте. Они вообще с Катюшкой женились, вообще да. Пустой штамп. Пустой штамп мне оставили. Я говорю, кого там сказать? Мот Аллу Пугачёву. Зато меня, извините меня, напиздюрили, вот честное слово. Я ведь объясняла, я говорю, фамилии одинаковые. Что у меня Смирнова, что у него Смирнова, то бишь у меня своя фамилия Смирнова. Она же мне один фиг в паспорте. Поменять паспорт и штамп поставить. Паспорт недействителен, все. Я говорю, так... А он у тебя считается недействительным, да. Ты должна поменять. Да, так я и говорю, и когда мы с Олегом-то, я же неделю ходила ей, напоминала, я говорю, не забудьте, я говорю, второй раз я менять не буду. И в итоге, я говорю, по факту, там мне паспорт пришлось менять, я говорю, вот с такой мордой беременной-то, я говорю, что пришлось, это же все это... Ну, я потом свой паспорт... обязана поменять, ну, так я... должно быть число. Она мне потом, извините, там... Фотографии надо сюда, помоложе оставлять. Надо пошли. Такую, какая есть. Мне, у меня вон фотография, такая моська получилась. Тебе надо умереть, идите туда-сюда. Там, как будто я тебе не поставлю. Я вон на нищем показывала, на паспорт сфотографировала. Да вы что, добавляю, что ли? Нет. Так он мне дали, ты должен был посмотреть там. Там не до этого, когда я посмотреть, тебе сунули уже. Мы приходим в этот ЗАГС, я говорю, вот такая-то такая ситуация. Да какие проблемы? Она вписала данные, все, паспорт, фотография, штампы стоят. Хотите, я вам про себя расскажу? В 2012 году я же переехал в новую квартиру. Выписался из первой квартиры, а в новую не прописался. Ну просто не прописался, мне не прописка, по большому счету, нафиг не нужна, потому что я к социальным вот этим институтам никуда не привязан, я как бы мне прописка вот фиолетовая, если честно. Все, я все еще хожу. С паспортом не прописанным, то есть я юридически бомж, я бомж, юридически. Вот. Но, однако, это не помешало мне благополучно в сентябре 2014 года жениться. То есть я прихожу в ЗАГС, я говорю, вот так и так. А это не мешает. Да.
Она говорит, а без разницы, говорит, у вас действующий паспорт гражданина. Все. Однако, я вот по стране, допустим, там летаю, езжу. Однако, я не могу купить симку. Я жениться могу, а симку я купить не могу. Да, так не то, что даже симку. Если какой-то вот крупный товар, тоже не можешь. Я не могу счет. Где гарантия должна быть? Счет в банке не могу. Да. Ты кредит не можешь взять. А жениться я могу. А как не можешь? А это что, не поступает? Ты же ее не берешь, как говорится, извини меня, к себе, как объяснить-то тебе? Ты за нее гарантию не даешь, ну, как говорится, тебе не надо за нее отвечать. Ну, бред, я считаю, бред. Нет, это не бред. Да бред. Вот смотри, это то же самое, когда ты в банке. Вот смотри, мы допустим, в банк идем, да, вот у нас вклад в банке. Мы ложим вклад. Нас требуется паспорт. Я говорю, какого хрена мы кладем деньги, а не забираем? Какого хрена вы паспорта нам это? Мы, вот, у нас есть счет определенный, он номерной. Зачем нам паспорт? Мы же не забираем из банка деньги. Вот если бы мы пытались их забрать, тогда бы, я понимаю, вы бы сказали нам, на основании чего? Нет, просто докажите свою личность. Просто такое, бывают такое, такие ситуации, вот у меня сеструха банкер, вот просто бывают такие ситуации. Приходит, что кто-то за тебя положил, пополнит твой вклад. Да, вот как пополнит твой вклад. Как на телефон, вот так же. Есть, переводят, да, есть. А вернуть-то ты не можешь уже все. Ну, не знаю. Даже через суд ты не имеешь, они тебе понимаешь, не понимаешь, какая фигня? Вот я тебе скажу, вот в связи с этим. Кладут тогда большую сумму, проверяют твою личность. Потому что если ты кладешь большую сумму на свой счет, ну, это да, это большую сумму. Где ты? Это просто вот у нас такая Россия. Да, я тебе объясняю, вот смотри, вот у меня... Я сейчас не прописан, да, получается, я говорю, я уже просто почему тяну, потому что вот я буду 45 получать паспорт, я уже там заодно заплачу штраф, и вот эти все там, которые, я уже просто думаю, что я сейчас буду штраф платить. Вот 45 не будет, я заплачу все там, что там надо с меня государство, то и возьмут. Вот, не суть. Суть в том, что я вот, допустим, пришел в этот, не могу найти военник, хотя уже не военный обозрел. Военник при переезде где-то потерял, у меня там сохранилось копия военника. Военника я не нашел. Все, прихожу в военкомат, говорю, давайте это как-то решим вопрос, у меня утерян военник. Мне, говорю, надо это. Да, мне, говорю, надо. Они говорят, вот вам надо паспорт с пропиской. Я говорю, так я не могу прописку получить, потому что у меня военника нету. И вы мне говорите, так это вот у нас вот это. Я военник не могу получить, потому что у меня прописки в паспорте нету, а прописку я не могу получить, потому что у меня военник. Да, вот это говорю, вот вы вообще, вы понимаете, что вы говорите? Да, вот это да. И все, я потом это плюнул, думаю, да. Вот именно, вот это да, вот это вот фигня вот такая, вот это я не спорю. И все, я столько плюнул и думаю, да я повалить его в жопу. Это я не спорю, а то, что деньги ложить, это такая фигня, да, то, что когда маленький вклад, они у тебя, может быть, и не потребуют, ну вот, как говорится, а когда ты большую сумму, во-первых, ты должен, личность это одно, ты должен, сейчас же у нас по закону как, где ты взял эти деньги? Да, уже такого нету. Будет? 19. Ну будет, но сейчас пока нет. Нет, я говорю, что это когда большую сумму, вот про что. Это все хотят такой закон, что типа докажи, что ты заработал. Кто такой сказал такую фигню? А вчера смотрела в этом. Горько! Ты знаешь, я посмотрела, что это рим ничего не взял. Горько! Горько, давайте. Раз, два, три, четыре. А вы знаете, в советское время раньше кричали раз, два, три, это... Надя, там ёлочка, мужик был с один, с пилкой. Это знаете, что в советское время? Это как бы на количество квадратных метров. Ага, если бы оно влияло это... Нет, ну это так, как бы, гипотетически. Нет, я говорю, если бы оно влияло так... А сейчас я говорю, сейчас, видимо, на процент ипотеки. Мы сейчас, говорю, в садик пришли, надышали на всех перегарах. Заведующая, там, я выхожу, заведующая. Ну, они-то как бы это все в курсе, это. Там рабочие приехали фасад делать. Я говорю, что, появились? Я говорю, с сентября месяца, говорю, заблудились, говорю, у нас. Сейчас, скажи, сейчас выпью. Надышалась, я пришла в группу, Лера уже ходит, говорит, мамы нету. Сама уже одевается, сидит, говорит, во всю. Что они там, красят? Фасад. Фасад отвалился, сейчас надо это все, плитку уложить, все на место, это все это. Дорожки на этот, на как, на участке вот эти, ну, тропинки. Провалились, кедрени, фени. Давайте, ребят, за вас. Давай. Так что. Спасибо. Что все у вас хорошо. Я пришла на за счет этого, я говорю. Замечательно. За это, воспитательный еще. Екатерина Ивановна, надо подежурить вместе с гаишниками. То все будет хорошо. Рейды сейчас возле детских садов будут с гаишниками. То, что без кресел, 30-й садик родители возят ребенка в наркотическом опьянении. Ребенка? В наркотическом опьянении.
И без кресла, говорит, и это, говорит, и каждый день, ну, напоминает смысле там наркоманов, я не знаю, ничего. Просто вот гаишники у нас были здесь, говорит, у нас очень тяжелая ситуация полностью после Светловской области. Травматично, детская вообще. Вот последний ребенок погиб на планшете, знаете, да? Я Гриза Дубова. А, ну девочка, ладно. Мотоциклист сбил девочку. Сам погиб ребенок, в больнице скончался, 12-летний. Я говорю, там, типа, еще не придете. Врезался мне на такой скорости на этой, на своей Хонде долбанной. Да, и прям... Он развил, говорит, скорость до такой степени, что у него, говорит, этот... Там видео это идет, он говорит, аж подлит... Он, говорит, на взлет уже пошел, говорит. А ребенок в больнице скончался. Причем, говорит, у руках папа, говорит, они с турпохода шли, ну, дети ходили. Она у него, говорит, вообще активист была, именно вот дорожные движения везде участвовала вместе с гаишниками, все. И, а папа, говорит, просто по стечению обстоятельств по этой же дороге поехал на рыбалку. Едет, говорит, моя. Но она у нее на руках умирала, говорит. Кошмар. Вообще. Он трезвый был, нет? Да. Он уже там не раз уже и привлекался, и чё, господи. У него там нарушения были, да. Я считаю, что вот таких людей надо... Причем смысл еще в чем? Безработный на Honda за 350 тысяч. Они там, гаишники нам вот тоже вот этот акцент именно сказали. Говорит, я, говорит, вообще в шоке, говорит. Я, говорит, в ГАИ работаю, у меня машина, говорит, вон, говорит, Лада Калина, говорит. Вот, знаете, смело. Надо за пьянство очень жестко карать. За рулем. Жестко за рулем, очень. Причем даже не то, что за пьянство, если ты уже нарушался, привлекался, именно вот такие грубые нарушения. Короче, я считаю, это тоже надо. Это одно дело, когда ты погиб, пьяный вот идешь. А у нас сегодняшнего числа какие? Ну, короче, да. Ты никому не мешаешь, так, грубо говоря, ты выпил твое здоровье. А с сегодняшнего дня ты гаишник, ты нельзя прятаться. Короче, а когда ты, да, когда ты садишься за руль в пьяном состоянии, это ты уже преступник, все. А с сегодняшнего дня, мало того, гаишникам прятаться нельзя. Жилетки с собой в курсе, да, возить? Прыгнул с небоскребом. Светоотражающие, два комплекта. Там через два этажа была. Водителям? Если ты останавливаешься, сломалась машина, вот аварийный знак, этого мало сейчас. У нас же придурки-то летают, ты должен надевать этот жилет. Ну, с одной стороны, правильно. Два комплекта, ну, ладно, сейчас в обязательном порядке, ты должен быть. Он уже стрелял, то есть он умер. Олег с работы привез два комплекта как раз. Ну, эти оранжевые, без разницы, какие светоотражающие. Вот. Потом, что еще у нас? А, 2500 штраф водителю за то, что, извините меня, какая-то бабка решила, блядь, извините меня, идти, встала на дороге, а ты будешь ее стоять и ждать. На красный свет причем. 2500, а пешеходами увеличили, так и ставили. Мало того, что надо еще зафиксировать. То есть не в одной. То есть не просто это, а как бы перешла паузу, кстати. Это еще, у нас такого нет, у нас же нету вот этих вот разделительных линий перед пешеходом, в маленьких городах их нет. Ну вот это вот, стоп-линия, которая. В маленьких городах нету, у нас ее нет. Там всякая фигня, короче. Это полбеды. Ты же можешь урегулировать, вот если пешеход идет, да, и ты поехал, но ты ему не помешал. Если гаишник тебя остановил, вот как вас, к примеру, Женька тогда. Если пешеход к вам претензий не имеет, вы ему не помешали, вам штраф не выписывают. Потом в интернете будет. То бишь, ну вот сейчас такая фигня, да. Кому? А что, у вас менты ловят? Да и у меня помню. У нас менты в неведомстве на все. На каждом огороде. Протокол, они не ловят. Они тебе протокол задают. Сейчас же нету ментов этих. Это нафига? Я даже не постельно. Палки делают. Да, постельно. Палки делают. Они если гаишники, если они даже автомобилисты тормозят и говорят, вам тебе штраф выпишем как пешеходу. Так его присутствует. Ему надо же палку как пешеходу, а пешеходов он не натормозил. Вот у нас страна, потому что пала сейчас. Да. И, грубо говоря, если ты, а там же мало того, что пала система, если ты в этом году сделал 100% палок, то тебе в следующем месяце надо сделать 101 потому что преступность не может сама испариться, ты должен улучшать показатели, а улучшать показатели 100, 101, 101, все осталось, говори. Юра, конечно, все успели. Александр и Татьяна, ваши нежностью и любовью каждый месяц сейчас вдохновляют, и теперь вас на свете двое. Вместе с этим чудесным днем вам пришло осознание счастья и уверенность, что всегда будет в жизни у вас удача, радость, чуткость и красота. Это, ребята, как здорово, что вместе вы от счастья, пусть становится светлее, храните теплоту семьи, любите с каждым днем сильнее. Но это от меня. Спасибо, племянник. И от второй половины. Все, спасибо. Галечка, выпить?
За это надо выпить. 50, а мы не возражаем. А мы не возражаем, правильно? Кто закрыл? Галя, за это надо выпить. Кто там кричал-то? Что-то я понять почему. Надька. А что случилось? А где? Зачусь. Коня. Где что-то половина? А кто? Сейчас я выпью. А все, уже встали, видим. А? Вы еще крепитесь? А нам что у нас еще? Вам еще не нельзя. А, ну это нам не падать духом. Вы-то... Не, ну мы купили. Вы-то нам Таня давала, мы на них купили тоже какой-то кошачий. Да что вообще? Хлеб начал. Мы нашли друг друга. Осознали, да? Да. Что нашли друг друга? Галя, через 7 лет. Ну, у нас 9. Кстати, 7 лет считается одной из самых таких кризисных времен. Самое страшное время. Дай бог еще сложиться там и уехать, и все. И у нас все нормально будет. Будем. Нас в этом году 8 в гости было. Поезжаем. Официально. 8, неофициально 15. 5! Хлопаться. 6! Обычно хлопают. 7! Нет. Читают. Мальчик, девочка, 6, мальчик, девочка. 10! Девочка, 8, мальчик, двойня. 12! Тройня. 13! Внутри ты согнул. Я достаю из широких штанин. Годный паспорт. Слазь паспорт. Фамилия. Свидетельство о браке. Саня, осторожно. Саня уже пора. На диван, на кресло. Сейчас он выслушает поздравления и все. Так, ребята. Ну давайте. Саша, скажи главное. Сегодня у вас такой... Замечательный. Да ну им это торжественный. Главное, что у них это такой классный день. Они к этому так долго шли. Долго, вообще долго-долго. 7 лет шли. С горем пополам нашли свое счастье. Не поссорились, не поругались, не разбежались. Выдержали все. Да? Да, Шурик, ты со мной согласен? Короче, не буду я читать всю эту муть. Сами прочитайте. Санька, тебе досталось такое сокровище. Я знаю. Береги, если что, я тебе уши надеру, даже в Мурманске, понял? Достанет. Достану и надеру за нее. Я тоже сокровище свое. На каждой второй свадьбе. Давайте говорите. Вот. А еще вы сегодня получили один документ, но другого документа... Очень важно. Короче, не дали вам другую бумажку к нему. Почему зелененькая? Потому что надежда. Чтобы жили вы долго и счастливо. А это на самолет, Танюш. Все зелененькое. Видишь, сегодня все зелененькое. Погнали. Свадьба у вас сегодня зеленая, потому как... Спасибо, мои родные. Поздравляем. Мишань. Спасибо вам большое. Вот если бы это чудо, мы бы с тобой не познакомились. Если бы это не чудо, да. А если бы... Не наш компьютер, вот этого бы чуда сейчас тоже рядом не стояло, да? Саша! Чудо, это нормальный человек. Это точно! Если бы не это чудо, я бы с Леной не познакомился. Случайности не случайны. Да.